Народный детектор, зачем Зеленский потребовал от депутатов своей фракции пройти проверку на полиграфы. 23 октября 2019 года, 22.41. Виктор Миронов, Елена Онищук, Елизавета Комарова. Владимир Зеленский потребовал отряда представителей партии «Слуга народа» пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции. По мнению экспертов, Подобное требование неконституционное является превышением полномочий главы государства. Как считают аналитики, о полиграфии президент Украины заговорил, чтобы получить рычаги влияния на фракцию слуги народа в Верховной Раде и поднять свой падающий рейтинг. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от членов Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады пройти проверку на детекторе лжи. Такое же требование он адресовал депутату Вячеславу Медянику. Об этом Мазеленский, находящийся с визитом в Японии, написал в своем Facebook также по теме. Эта коррумпированная страна, в Белом доме объяснили, почему приостанавливали военную помощь Киеву США, приостанавливали военную помощь Украине из-за коррупции и слишком малого участия европейцев, заявил исполняющий обязанности. Все члены комитета по финансам. Налоговые и таможенные политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хоть в малейшей степени вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться правоохранительные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы, какими бы горькими они ни были. То же самое считаю необходимым устроить в отношении депутата который вел сомнительную переписку про решение вопросов. И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся, написал Зеленский ранее входящие в Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике 11 депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» отказались поддержать антикоррупционный законопроект номер 2047-Д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации и зачетов об оценке объектов недвижимости. В результате документ не был принят комитетом. Законопроект отменял введенные в прошлом году платные электронные площадки, через которые предоставляется информация об оценке стоимости недвижимости. Известная украинская журналистка Соня Кошкина в своем Telegram канале сообщила, что, по ее данным, депутаты проголосовали против, потому что получили взятку по 30 тысяч долларов. О своем согласии пройти проверку детектором лжи заявили три депутата от «Слуги народа» Давид Арахами, Александр Дубинский и Александр Кочура. Остальные имеют законное право проигнорировать требования Зеленского, так как оно противоречит Конституции, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Что значит Зеленский потребовал? Есть 28-я статья Конституции, где четко сказано, что никто без добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным исследованиям. Если добровольного согласия нет, президент может хоть с утра до вечера требовать от депутатов пройти полиграф, сказал в беседе с эксперт По мнению Ищенко, требования украинского президента, адресованное депутатом его фракции, можно квалифицировать как превышение полномочий главы государства. Я, конечно, понимаю, что никакого импичмента Зеленскому не будет. Но, в принципе, подобное требование является правовым основанием, чтобы отрешать главу государства от власти, говорит эксперт. Также по теме. Военные растраты. Как Украина пытается бороться с коррупцией в оборонном секторе. На Украине возбуждено несколько уголовных дел по фактам коррупции в оборонной сфере в отношении бывших высокопоставленных чиновников. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сомневается, что, принуждая депутатов своей фракции пройти проверку на полиграфии, президент Украины руководствуется антикоррупционными мотивами. Если бы Зеленский захотел бескомпромиссно бороться с коррупцией, наверное, он дал бы указание АСБУ или другим правоохранительным органам, чтобы они максимально быстро провели следствие и внесли представление на привлечение депутатов к уголовной ответственности. Но этого же нет, сказал эксперт в беседе с Бортник напоминает, что в украинском законодательстве отсутствует положение которые обязывали бы правоохранительные или судебные органы учитывать проверку полиграфом при принятии тех или иных решений. Поэтому, считает эксперт, заявление Зеленского рассчитано на психологический эффект. Это способ морального давления без юридических последствий, и даже не столько на отдельных депутатов, сколько на всю фракцию «Слуга народа». Там сейчас много разных групп и центров влияния. Проверкой на полиграфе всем им говорят, фракция будет принимать те решения, которые устраивают офис президента. Иначе найдем на несогласных управу, считает Бортник. Попытка поднять рейтинг. Источники АТ в Верховной Раде утверждают, что требования Зеленского не имеют отношения к борьбе с коррупцией. Зеленский пришел к власти только потому, что обещал снизить влияние олигархов на экономику и побороть коррупцию. Не прошло и полгода, как стало известно, что депутаты его партии брали взятки. Поэтому Зеленский и старается как-то отреагировать. Но это пиар, поскольку никакого влияния на депутатов у него нет. Ну, выгонит он их из своей фракции, парламентское большинство распадется, а изгнанные создадут свою группу. Зеленский от этого только проиграет, прокомментировал ситуацию источник А.Т. во фракции Батькивщина. Партия «Слуга народа» очень неоднородная, и часть депутатов ориентируется на олигарха Игоря Коломойского. Поэтому можно сказать, что реальной коалиции, поддерживающей Зеленского, в парламенте на сегодня уже нет, заявил источник RT. в партии «Европейская солидарность». Сразу было понятно, что депутаты от «Слуги народа» будут играть по своим правилам. Многие люди пришли в парламент зарабатывать деньги. Вот они их и зарабатывают пояснил собеседник А.Т. Но, по его мнению, сейчас президента Украины беспокоит не борьба с коррупцией в парламенте, а более насущная для него задача, как сохранить большинство в Верховной Раде. Вероятно, придется проводить переговоры с Батьковщиной или с Голосом, у которых будут свои требования, сказал источник А.Т. В партии «Европейская солидарность». Зеленский расстроен информацией о взятках в Раде, сообщил в разговоре с АТ, представитель партии ⁇ Слуга народа ⁇ Что делать? Он не знает, поэтому и выступил с предложением пройти полиграф. Пользы? Конечно, от этого никакой, потому что депутаты просто могут отказаться. Но как попытка поднять рейтинг президента, наверное, это требование имеет смысл. Правда? На реальную борьбу с коррупцией все это не похоже, заключил собеседник.